Власти Луганской и Донецкой народных республик заявляют, что силы ополчения отвели всю тяжелую артиллерию от линии соприкосновения в соответствии с условиями Минских соглашений. По их словам, они предоставили ОБСЕ все необходимые сведения об этом процессе. Мы можем подтвердить, что международные наблюдатели принимали активное участие в отводе техники. Наша съемочная группа видела сотрудников миссии ОБСЕ и работала с ними. Они сопровождали целый ряд колонн тяжелой артиллерии, которые ополченцы отводили от фронта на расстоянии 50-70 километров. Это необходимо для создания зоны безопасности. Конечно, для установления мира усилия должны предпринимать обе стороны. Однако украинская армия не спешит следовать примеру ополченцев. Пока Киев отвел от линии соприкосновения исключительно легкую артиллерию, а наиболее разрушительные вооружения, тяжелая артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огня, все еще остаются на линии фронта. Киев заявляет, что войска готовы ответить на любое нарушение режима перемирия и приступит к отводу тяжелой техники только после полного прекращения огня. Учитывая, что линия соприкосновения растянулась на сотни километров и напряжение в регионе по-прежнему сохраняется, выполнить это условие не так-то просто. Поэтому вполне возможно, что, несмотря на Минские соглашения, тяжелая артиллерия украинской армии пока будет оставаться на прежних позициях.